Туристы обнаружили на южном склоне горы Западный Псиашха. Из-за сложного рельефа пилоты не смогли посадить вертолет, и пострадавшего подняли с помощью лебедки. Фельдшер в вертолете оказала ему доврачебную помощь. По предварительному диагнозу мужчина получил вывих плеча. На базе МЧС в Сочи его передали врачам скорой. Как отметили сами спасатели, туристу очень повезло. Он упал на так называемую полочку, а прямо под ней находился водопад и далее ледник. Ко всему прочему, турист отправился в горы в одиночку и у спасателей свой поход не регистрировал.